Ну все, Дим, я побежала. Не-не-не, стоп, пока соку не выпьешь, шагу из дома не сделаешь. Но у меня первый урок, я опаздываю. Нет, не зли меня. Ты же ведь знаешь, когда я злой, я становлюсь ужасным и гневом наливаюсь. Да убавится жена мужа своего, давай. Не спеши. Я прямо слышу, как он говорит мне: спасибо, папа, за морковный сок. Я очень люблю морковный сок. А про маму он не забыл? А про маму он говорит, чтобы не выпендривалась, никаких шпилек и высоких каблуков. И вообще, скромнее надо быть. Раскомандовались. Я женщина. Имею право. Ну ничего, сынок. Когда родишься, поговорим с мамой на два голоса. Ну все, побежала? Не побежала, а пошла. Ладно. Тихим ходом. Скажите ему, копает инетку уже час. Ну давай, что ты хотел? Руслан просил кое-что скачать. Угу. Квантовое сознание. Это? Да, это. А вы, Евгения Алексеевна, классный юзер. Лист грубая, но приятная. Алло, Женя? Женя, коляску хорошую нашел. В магазине красная и цена недорогая, скидка 50%. Красная, это, ну, хорошо, конечно. Только я тебя прошу, давай сейчас не будем этим заниматься. Я понимаю, что распродажа, но это плохая примета. Ну, извини, я не знал. Ну, все, не беспокойте, пока целую. Евгения Алексеевна, там во дворе драка. Я не знаю, что делать. Как драка? Я пыталась вмешаться. Но они как с цепи сорвались, честное слово. Они поубивают друг друга. Там ваш класс и мой. Отвали! Женечка, прошу тебя, только осторожней. Прекратите! Перестаньте немедленно прекратить! Разойдитесь, все, разойдитесь! Прекратите, в конце концов! Кабуров, Руслан! Пусти его!
тобой? Это что такое? Давай сюда! Ты у меня кровью харкать будешь! Что сказал? Остановите! Дети! Дети! Женя! Женя! Женечка! Господи! Да что вы делаете? Женя! Вызывайте скорую! Врача! Скорую! Врача! Скорую! Врача! Женя! 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 Так, так, оставайтесь, Женя, здесь, вам туда нельзя. Больной на стол. Готовим наркоз. Да, хорошо. Ваша жена? Что? Я говорю, жена ваша? Да, моя. Зря она в драку-то полезла. У меня лишь на одно ребро сломано и почка отбита. Но ничего, одним ударом больше, одним меньше, мне по барабану, я из железа. Так что зря она. Так это тебя? Подвигов ей захотелось. А кто ее просил? Никто не просил. Тоже мне, мать-заступница. Здесь ты права, действительно, никто не просил. Потому что таких, как ты... Молодой человек, ваша жена в реанимации, состояние... Удовлетворительно. Угу. Через несколько дней переведем в общую палату. А ребеночек? Сожалею, но нам надо было спасать вашу жену, а у ребенка практически не было никаких шансов. Мне надо идти, у меня операция, простите. Давайте только недолго, а то меня ругать будут. Доктор говорит, что уже скоро будут тебя выписывать. Затанцуешь скоро опять. Аппетит-то у тебя как получше? Доктор покушала сегодня, хорошо? Мы пойдем по тем палатам. Там вроде тебе гостиница. Он мне сейчас чуть бошку не оторвал. Да, Катя, за нас с тобой никто и слезинки не прольет. Давай тебе рано обработаю. Обойдусь. Так, Женька, Женька, зачем же ты связалась с этой девчонкой? Видел бы ты ее сейчас. Наглая, злая. Случайно. Случайно получилось. Тихо, тихо. Ты только молчи, ничего не говори. Тебе надо беречь силы. Зачем мне нужно идти беречь силы? Все будет хорошо. Слышишь? Все будет очень хорошо. Не будет. Ты говоришь, а сам в это не веришь. Ну что ты? Нам еще завидовать будут. Я очень плохая мать. Ты прав. Не сберегла. Ты успокойся. Ты только не плачь. Все будет хорошо. У нас еще будет много детей. Много, сколько захочешь. Ты только не плачь, ты поспи. Ничего не будет. Все будет по-другому. Слышишь? Нет. Yeah.
убери, убери, убери. Полагается так. День рождения же, не поминки. Эх, Петр Сергеевич, бросили бы вы пить-то. А я сегодня на кладбище смотрю, день рождения, день смерти. А между ними черточка. Вся жизнь. Всего лишь черточка. Больше ничего. Ну и чего убиваться? 2 года уж прошло. Угу. А вы себя совсем не жалеете, Петр Сергеевич. Работаете да пьете, пьете да работаете. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Ну, об Андрюшке б хоть подумали. Растет мальчишка, как трава в поле. Сегодня вон это приходило. Это кто? Да директорша. Вера Леонидовна. Говорит, учительницу ударил. Так. А учительница в больнице. Угу. А ну, подъем. Детдомовские начали меня бить. Я защищался. А что мне оставалось делать? Стоять и смотреть, как мне они ребра ломают? Нет, с этой что? Как ее? Евгения Алексеевна. Ну? Я ее ударил случайно. Дерьмо. Что? В смысле, мне теперь придется дерьмо разгребать. Дома у тебя были все условия для роста. Мои связи, мое положение и что? До какой вершины ты допрыгнул? Хозяин автоколонки? Да, мама, извини, Нобелевский лауреат из меня не получился. Хоп, головой ударился об потолок и все пробензинил. Тоже права. Деньги и работу я потерял быстро, извини меня. Я, кстати, до сих пор отдаю долги. Твои долги. Отец, небось, сейчас в гробу переворачивается. Извини, мы здесь только 4 месяца. Не успели мы еще с Женькой купить пару заводиков, пару пароходиков. Зато вы успели просадить все. Ты на конференцию не опаздываешь, мам? Есть такие люди, которые приносят несчастье. Первый инфаркт твой отец получил после твоей женитьбы. Если бы не твоя Женя... Мам! Мама! Ну, это ж перебор, мам. Ты прекрасно знаешь, что после таких налогов я просто взрываюсь. У меня нет причин ее любить. У тебя нет причин меня любить. Дима, ну как ты можешь такое говорить? А ты что такое говоришь, мама? Ну что ты такое говоришь? Я ребенка потерял, у меня жена лежит в больнице. Ты шпилишь меня, рассказываешь мне про мою несчастную жизнь. Ты шпилишь, шпилишь, шпилишь. Хоть раз спросил бы, что у меня здесь внутри, а у меня болит здесь. У меня болит здесь, мама. А ты привыкла все резать по-живому, потому что ты у нас материалистка. Извини, сорвался. Давай я тебя провожу. Ну, не надо меня так грубо выпроваживать-то, а? Дим. Ну, прости меня. Дим. Ну. Я все понимаю, правда. Я сочувствую тебе очень. Слышишь? Я обязательно найду время сходить к Женьке в больницу. М? Угу. Ты там проследи, правильно ее лечат. Хорошо? Конечно. Все будет хорошо. Ну что сидишь? Уснул, что ли? Давай вылезай. Мог бы к школе на машине подъехать. Не барин. А зачем ветошей прикидываться? Как будто никто не знает, на чем ты ездишь. Пошли. Мне с тобой идти? Сам разберусь. В класс иди.
Соколова Евгения Алексеевна, учитель математики высшего разряда. Она великолепно знает компьютеры. Я взяла ее с испытательным сроком. Знаете, она не местная. Она из Курска. Ты кто ее ударил? Руслан Гафуров. Он сирота, живет в семейном доме. Очень одаренный мальчик, математик. Так ударил ее, значит, гениальный математик, а не мой сын. Руслан Гафуров. Но вы знаете, Евгения Алексеевна чувствует себя значительно лучше. Ее прооперировали. Ну, вы понимаете, что если проблемы у моего сына, значит, проблемы у меня. Можно это как-то уладить? А вы знаете, мы как раз хотели купить новый компьютер для школы. Рад был помочь школе. Спасибо. Петр Сергеевич, вы ни о чем не беспокойтесь. Все будет улажено, обещаю вам. А как насчет спортивного зала? Я все помню. Как же, помнит он. Ну? Хорошо. Теперь все свои проблемы решаешь сам, понял? Отмазал тебе папаша. Нет проблем. За деньги что нельзя купить? Здоровье. А все остальное, пожалуйста. Ну, если серьезно, не хотел же я ее бить. Ну, так получилось. И что мне, из-за нее теперь в колонию? Это глупо. Петр Сергеевич, вас здесь ждать? Ага, жди здесь. Хотите поговорить с Евгенией Алексеевной? Да нет. Думаю, что не стоит ее беспокоить. Вы знаете, я хотел бы вас попросить. Вы не могли бы перевести ее в отдельную палату? И если нужны какие-то медикаменты или еще что-нибудь, вы не стесняйтесь, звоните. Обратимся обязательно. Не сомневайтесь. Спасибо. До свидания. Счастливо. Иннокентий Степанович, у меня все под контролем. Она уже вот-вот выйдет из больницы, и все будет нормально. Что значит муж бросил? Ну, поругались просто, у кого не бывает. Да она уже втянулась в работу. Дети к ней привыкли. Ну, справится пока одна. Да все будет нормально. Да вот она как раз ко мне зашла. Да, работаем. Здрасте. Ну что ж вы, мама Света, я вас на 3 дня под честное слово отпустила, а вы на неделю в бега. Ну, а я перед начальством выкручиваюсь. Вот. И куда теперь? Ну, куда она? На малую родину. У меня там дом. Огород 50 соток. Ну, не получилось из меня, городской, около питерской жительницы.
Но не получилось. А кто говорил, я из многодетной семьи, из многодетной семьи? Так я что, отказываюсь? Нет. Да у меня и у мужа 4 брата, сестра. Валентина Семеновна, ну ведь мы как жили? Мы же понимали, что маме трудно. Ну, правда, мы не хотели ее огорчать. Ну, а здесь же все как-то наоборот получается. Ну, вы меня поймите. Ну, еще полгода такой жизни. Меня же в психушку отправят. Я через месяц вам найду замену. Я обещаю, через месяц. Ну, а Никита? Ну, как она со мной разговаривает, а? Нет, вы понимаете, Валентина Семеновна, я работала на стройке с зэками. Я такого не слышала. Ну и ребят теперь отправят по разным детским домам. Я понимаю, да. Это после того, как они привыкли уже жить одной семьей. Это да. А Руслан Гафуров с его математическими способностями. Ну, Валентиночка Семеновна, ну, миленькая вы моя, ну, я вам русским языком говорю, не могу, я, Бобик, сдох, а? Но вы понимаете, если бы мне кто-нибудь еще год назад сказал, что я буду вот так детей ненавидеть, да я бы, я не знаю, что я бы с этим человеком сделала. Ну, а сейчас нет. Нет, нет, вот, нет, не могу я. Вы должны мне сдать опись всех материальных ценностей семейного дома. Без этого я вам ваше заявление не подпишу. И никто не подпишет. Нет, нет. Нет, и Гришенька, Гриша мой, со мной согласился. Он мне вообще сказал не возвращаться. Понимаете, давайте вот эти вот. Пускай вот то, что мы долг какой угодно, мы оплатим все эти материальные ценности. Я не могу. Ну, миленькая моя, ну, родной вы мой человек. Ну, Валентиночка, хорошо, ну, подпишите, подпишу. Бога ради. Ступайте. Спасибо. Жирно режешь, Серый. Твой кусок в рот не полезет. Ну что это? А ты встань и покажи, как резать. А то сидишь, как принцесса на горошине. Матрёна, ты на кого голос повышаешь? Я не Матрёна, я Ксюша. Запомнила? Так, хватит ругаться. У меня есть предложение. Давайте все вместе пойдем в больницу к Евгении Алексеевне. Ну вот еще. Может быть, ей еще спинку повидлом намазать? Мало ли как может дело обернуться. Я согласен. Больным надо яблоки носить. Подлиза, мы никуда не пойдем. Мы ни в чем не виноваты. Люда, драка началась из-за тебя, а значит, у нас могут быть проблемы. Ее стукнул Прохоров, я-то тут при чем? Не парьтесь, пуля уже просвистела мимо Прохорова. Подоел папика. Потому что он богатый? Потому что папа у него богатый. Хорошо ему. Если Прохорова отмазали, значит, тем более нам нельзя светиться. Поэтому никто никуда не пойдет. Да хватит приказывать! Волюме убавь, я старше, слушаться меня. И если я что-то решаю, то... Тьфу на тебя, Катька лучше! Так, не трогай его! Так, в больницу не пойдем. Учительница лечится, дело замяли. Все, садимся за стол и про все забыли. Приятного всем аппетита. Это подло. Может быть, но мы договорились. Если кто-то из нас говорит нет, значит нет говорят все. Я не хочу есть. Ну и пожалуйста. Нам же больше достанется. А то устроили здесь гоу-шоу. Давай. Это что? Это деньги, Дмитрий Сергеевич. Это деньги? За 3 месяца работы без выходных – это деньги? Я 2 раза по вашей просьбе ночью оборудование налаживал. Это были ваши должностные обязанности. Обязанности? А договор на английский язык переводить тоже моя обязанность или что? Работа дурака любит? И я тот самый дурак. Ну, хоть вы и дурак, но работу я вашу ценю. Ну, просто у нас возникли некоторые трудности. Кризис. Кризис? Это у вас кризис? Ты что? Слышь ты, кризис. Спокойно. Я не уйду отсюда, пока ты не отдашь мне мои деньги. Ты уволен. Я говорю, не уйду отсюда. Иннокентий Степанович, я не знаю, что делать. Я поняла вас. Родители, как только узнают, что ребята прошли через психиатрическую клинику, бегут из моего кабинета. Ну, что ж я могу сделать? Да не могу я это скрывать. Все равно все потом наружу вылезет. И лучше, если родители будут знать обо всем заранее. Да, вот так меня плохо воспитали, врать не научили. Нет. Но я прошу вас, давайте подождем еще.
Да они там ухаживают друг за другом почище любой мамы Светы. Да не подожгут они этот дом. Да, да, да. Я абсолютно с вами согласна. Да. Хорошо. Под мою ответственность. Вы прекрасно о них знали. Так нельзя. Вы же понимаете. Нет, к сожалению, ничем невозможно помочь. Хорошо. Под мою ответственность. Я вам позвоню. Петр Сергеевич спрашивал, сколько денег нужно на реконструкцию спортивного зала. Я отдала ему смету. Ну, не сопротивлялся? Да нет, даже не посмотрел. Сунул в карман и пошел. Олигарх местного разлива. Ой, просишь, просишь, унижаешься. Все для школы, все для победы. А мне Петр Сергеевич нравится. Он к жене на кладбище каждую субботу ходит. Всегда на могиле цветы свежие. Храм восстанавливает. Так, когда у Соколовой заканчивается испытательный срок? Через неделю. Угу. Срок можно отодвинуть. Угу. Она уволена с сегодняшнего дня. Как уволена? А на что ей жить? Они же квартиру снимают, а у мужа зарплата маленькая. У ее мужа зарплата маленькая, у меня вообще мужа нет. Кому легче? Но она же ребенка потеряла. Валя, хватит мне здесь жалобные песни петь. Соколова не выдержала испытательный срок. И что ей теперь делать? Что делать, что делать? Домой возвращаться. Но Вера Леонидовна... Твой Прохоров поклоны в церкви бьет. А нам его сыночка прикрывать. Приказ об увольнении Соколовой мне на стол. Ну, быстро, Валя, быстро. Хорошо. И это, личное дело, как его? Руслана Гафурова тоже. Хорошо. Пожалуйста, взгляните. Это послеоперационные снимки. Угу. Галина Алексеевна, мы сделали все, что могли. Ваша невестка сегодня абсолютно здорова. Да. Операция проведена блестяще. Я бы хотела ознакомиться с заключением гинеколога. А, пожалуйста, пожалуйста. Благодарю вас. Угу. Спасибо. Хотя в моей практике случалось такое, что доктора ошибались. Как вы полагаете, стоит мне рассказывать эти сказки? Простите, я только хотел... Утешить? Спасибо. Вас, наверное, очень любят больные. До свидания. А за что ее уволили? Ну, у нее испытательный срок закончился. А у нас штатную единицу сократили. Скажите, вы давно здесь работаете? Давно. Врать не научились. Возьмите, пожалуйста. Нет, спасибо. У нас сегодня большие скидки, 70%. Не проходите мимо. Только сегодня 70% скидки на все товары. Молодой человек, возьмите, пожалуйста. Отвали. Скидки 70%, только отвали, сегодня. Отвали, я сказал. Козел. Что? Что ты сказал? Ничего. Я говорю, что ты сказал? Ничего, совсем озверели. Это тебе, Иша? Спасибо. Как у Димки? Бардак. Я так и знала. Я сейчас на вокзал, еду домой. Конференция закончилась. Награды свои я получила. Вы потрясающая женщина. Я вами горжусь. Преувеличиваешь. Женя,
Я должна тебе кое-что сообщить. Давай я скажу тебе, ты сама решишь. Ладно? Я не очень хорошая свекровь. Конечно, и не старалась ею быть. Я вообще была против вашей свадьбы. Но Димка любит тебя, и я смирилась. Я даже смогла полюбить тебя. Вы к чему все это говорите? Черт побери. Терпеть не могу ходить вокруг да около. А сами ходите вокруг да около. Дима очень хочет детей. Очень. Он не мыслит семью без детей. Для него, как и для всякого нормального мужчины, семья без детей ненормально. Я понимаю. Я очень хорошо это понимаю, но я... Я потеряла ребенка, это... Это больно. Не надо об этом говорить. Мы справимся. Мы справимся. Женя, я смотрела твою историю болезни. У меня будут дети. У меня обязательно будут дети. Я же не старая. Я обязательно... Вы еще видите внуков. Ты, Женя, никогда не сможешь иметь детей. Ты сильная женщина. Ты сама сумеешь все правильно рассказать Димке. Поверь моему опыту. Рано или поздно найдется женщина, которая родит ему ребенка. И тогда он все равно уйдет от тебя. Как же вы всегда умеете находить слова, которые попадают прямо... Вот сейчас у вас это прекрасно получилось. У него гипертрофированная ответственность, чувство долга. Вы хотите, чтобы я попросила Диму меня бросить? Помогла ему в этом, да? Ну, это ваше отношение с Димой, я не могу вмешиваться. Вы уже вмешались. Так. Я пойду, у меня вечерний обход. Женя! Как же жалко, что вы уезжаете сегодня. Вы могли для Димы найти эти чуткие слова. Ушел, да? Угу. Да там вообще ловить было нечего. Копейки платили. Я ж тебе говорил, не суйся туда. Тебе сначала руку протянули, потом ножку подставили. Слушай, мне работа нужна. Женька в больнице. Сегодня пошел за ней деньги получать, а ее уволили, представляешь? Ты же видишь, какая у меня работа. Развожу продукты старикам и детям. Хочешь напарником? Я договорюсь. Да мне выбирать-то не приходится. Из одного дерьма в другой переливай, как из пустого в порожнее. Что ж ты меня ниже плинтуса опустил? Да не, ну извини. Да ладно. Да, мам. Дима, это я. Привет. Я уезжаю. Женя нормально? Да. Лечат правильно Женю. Хороший доктор. Ага. Ты знаешь, я только... В общем, я тебе хотела сказать... Что? Ну, пускай Женя тебе сама скажет. Да что скажет-то? Мам, что скажет? Это не телефонный разговор. Ну, мам. Ну, все, пока. Мама! Я тебя целую. Буду писать. Угу. Пока. Дурдом какой-то. Живу, как между молотом и наковальней. Да ладно, не расстраивайся. Димка. Давай, помогай. Опа!
Ты забыла расписаться вот здесь. Вера Леонидовна, но я ведь не бил. А у меня есть 12 свидетелей, которые утверждают, что учительницу ударил именно ты. Я ведь дрался с Андреем Прохоровым. Руслан, давай не усложнять себе жизнь. Где подписаться? Вот здесь. Почему меня уволили? Закончился испытательный срок. Вакансий нет. Правильно, нет человека, нет проблемы, не хотят скандала. Как у тебя? Нормально. Деньги получил. Работу, правда, придется поменять. У тебя неприятности? Повышение по службе. Я теперь водитель «Газели». Тебя уволили? Нет, сам ушел. Продукты тебе развожу незащищенным слоям населения. Тоже работа. Угу. У меня к тебе предложение. Обратно? Нет. Обратно не поедем. А то что получается? Бросились и приехали в Питер, и на тебе вернулись, хмурые, побитые? Нет. Нет, Женька, мы еще повоюем. Еще повоюем. Нам надо расстаться. Ты хочешь побыть одна? Ну, это нормально, это, я понимаю, болевой шок и все такое, да? Твоя мама абсолютно права. Со мной всегда будет беда. Женька. Женечка моя. Я не смогу родить. Этот ребенок был у нас последним. У меня большая просьба. Оставь меня в покое. Не мешай мне. Мне нужно быть одной. Пожалуйста, не мешай мне. Дарса Тайор? Агарту нас хони? Ха-да-да. Ваман рагош кони? Одами бузур мешави. Джони Шириниман, Харгушакиман. Ман макшон. Майлаш. Бара калабачам. Абрёме гири паварку. Йону, девичу каракиман. Тихо! Что снова кошмары мучают? Я только уснула, а твоего крика меня клинит. Гадость какая, задница-то не слипнется. Ну, чё звал-то? Кранты, меня из школы выгоняют. Опа. Русланчик, поздравляю. Ту училку я ударил в живот.
Билл Прохоров, зачем ты вину взял на себя? Да жаль, что не знаешь, как это делается? Здесь роспись поставь, там галочку. Бедный, бедненький Русланчик. Что ж тебе, руки выкручивали или задницу огнем полили, что сидеть не можешь? Да мне противно даже на тебя смотреть. Тебя как лоха развели. Я просила здесь не дымить. А я хочу дымить, и я буду дымить. Раскомандовалась. Никита, ты совсем обортила? С катушек съехала, да? Я просто взяла власть в свои руки, по старшинству. Нас опять в детдом отправят. Вопрос, между прочим, правильный. На каких мы основаниях тут существуем, непонятно. Напрягите мозги. У нас все должно быть тип-топ. Может, к нам-то мама вернется? Ночью Света. Да сбежала эта тетя Света от нас, одни только пятки сверкали. И правильно сделала. С тобой 3 дня поживешь, с ума сойдешь. Да с тобой хорошо, тоже жить никто да не захотел. Да хватит вам ругаться. Она не виновата, что от нее муж сбежал. Мы тяжелые и трудные, она бы с нами не справилась. Кто вот нас таких возьмет? Ну да, всем нужны только пай мальчики да пай девочки. Пожалуйста, мерси, будьте так любезны. А мы такими и должны быть, если не хотим в детдом. А ты нас подставил. То, в чем ты расписался, называется уголовным деянием. Ксюша, я есть хочу. Серега, еще одно иди явление. Сюда. Оно уже и последнее. На. Ну что, вся семья в сборе? Давайте думать, как решать проблему. Так, все, забили. Проблема моя, решение тоже мое. И что ты собираешься делать? Да плюнуть и растереть. Тебя отправят в колонию, у нас детский дом. А мы с Ксюшей будем жить в подвале. Почему сразу в колонию? Училку уволили, она не будет жаловаться. Да пофигу мне эта училка. Пусть ее хоть сейчас живой в могилу закопают. Попалась бы мне эта шмара, ее бы сама закопала. Все из-за нее, блин. Из-за тебя! Ты начала драку! Я. Да, я. А тебе было все равно. Заткнись. Руслана по роже бьют, а ты разнимать пошла. Тоже мне благодетельница. Я такая добрая и правильная. Я другая, я просто другая, тебе этого не понять. А в больнице ты зачем шастаешь? Помой выносишь и сопли старикам вытираешь. Не твое дело. Любовь к человечеству? Нет, просто врач понравился. Заткнись. Только помни, кто ты и кто он. Ты мусор. Прекратите. Все, хватит, мы хватит. Я не мусор. Мусоренок. Мы нафиг никому не нужны. Никому! И поэтому нужно рвать глотки врагам. Один за всех и все за одного. Чичигага! Лучше не скажешь. Ладно. Я знаю, что делать. Ну ты точно лузер. Где листочки твои лежали? В верхнем ящике стола. Так ты их не нашла? В шкафу, под замком. Эх ты, в верхнем ящике. Ну, пришлось немножко пошалить в кабинете нашего директора. Тихо, Серый, тихо, ты чужой мишень, не кричи, Серый. Люда, ну ты молоток. Люда, приблуда, я Никита. А если шум поднимется? Не боись, я все предусмотрела. А это что? Темнота. Это 100 евро. Ты украла? Фруктов купим, сережки, конфет. Да ладно вам, там целая пачка была, никто не заметит. Воровать нехорошо. Бесплатно только птички поют, а это мне за работу. Да, назад не положишь. Рви расписку. Да сейчас рви. Так просто? Я с Вераной по-другому буду зализывать. Праздника хочу. За мной. Ура! Нет, больше расписки! Ура! Чичигага! Я Чичигага! Кать! Она у нас такая честная, такая правильная вся. Что ж ты с нами тогда пошла? Че дома не осталось? А мы сюда зачем шли? Записку забрать? Или деньги стырить? Воровать нельзя. Правда, Ксюша? Люд, давай вернем. Ну и чего ты добилась? Дешевый авторитет себе зарабатываешь, да? Да мне плевать, что ты про меня думаешь.
А деньги надо вернуть. Ну и пожалуйста, иди сама возвращай. Чё, слабо, да, залезть туда? Руслан! Стоять! Да пошли вы все! Чичигага, 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 чичига, чичигага, 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 чичига. Чичигага, 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 гагачи. Чичигага, 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 гагачи. Чичигага, 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 гагачи. Чичигага, чичигага, чичигага. Столяра вызови. А в милицию позвонить? Не надо. Ничего не украли. Но в кабинет же залез кто-то. Скорее всего, детдомовские. А мы сделаем вид, что заметили. Зачем нам лишние проблемы? Милиция, вопросы. У нас очень хорошая школа. Вы что, и в инспекцию заявлять не будете? Валя, иди работай. Хорошо. А уроки ты сделал? Сделал. Стены почему все исписаны? Формулы у меня там. Так а почему вы не в школе? Библиотечный день, не разрешили. А у меня физкультура, освобождение на неделю. Ксюша в школе? Естественно, а Сережа в детском садике. Каждое утро и каждый вечер к вам будут приходить наши работники. Это что? Это борщ. Угу. Борщ красным должен быть. А это особый борщ, приготовлен по особому французскому рецепту. Продукт Биофлор де Сол. Розетта, советую непременно вам его попробовать. И кто вам готовит эту Розетту? Мы. Каждый вечер в 6 часов вечера мы садимся за этим столом и готовим борщ. Ну и все остальное. Не, ну а вы попробуйте, что мы спорим? Очень вкусно, мы не жадные. Да, у нас и сметана есть. Вот. Вот что, ребята. Упаси вас Господь что-нибудь сотворить. Я надеюсь, не нужно объяснять, чем это для вас может закончиться. А у нас все хорошо. Мы дружно живем, учимся нормально, двоек нет. В уголовных деяниях не замечено. А драка в школе? А что, Евгения Алексеевна уже успела настучать? Нажаловаться? Никто не жаловался, Люда. Но я слышала, что в школе была драка. И все-таки, Валентина Семеновна, что с нами будет? Ваша мама Свет в больнице. В тяжелом состоянии. Валентина Семеновна, только не надо нам вату катать. Мы все знаем. Мама Света сбежала от нас. Да не каждый сработается с вами. Ладно, я должна вам сказать. Если через 3 дня у вас не будет приемных родителей. Нас отправят обратно? В детский дом, да. Вы можете говорить по-человечески? Не надо ходить вокруг да около. Если у вас не будет приемных родителей, вас отправят в детский дом. Усекли? Чичигага, чичигага. Чичигага, чичига. Чичигага. Чичигага. Чичигага, чичига. Чичигага, 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 гагачи. Чичигага, 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 гагачи. Чичигага, 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 гагачи. Чичигага, 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 гагачи. Чичигага,
Чичи-га-га, чичи-га-га, чичи-га-га-га-чи.